В 2004 году группа российских физиков приехала в юго-западный пригород Каира-Гизу для того, чтобы обследовать пирамиды Египта. Первые же выводы ученых оказались неожиданными. О предназначении пирамид я могу сказать совершенно четко и ясно. Однозначно Великая пирамида не была предназначена для захоронения Хеопса. Просто ее внутренняя конструкция такова, с вот этой гранитной пробкой. То есть это был наглухо запечатанный, вот все, что выше пробки, это был наглухо запечатанный участок пирамиды. И для того, чтобы туда похоронить тело какого-то фараона, нужно было его положить в саркофаг еще на стадии строительства камеры царя. И уже потом все это дело достраивать. Это был вот единственный вариант. Понятно, что это совершенно нелогично с точки зрения захоронения. Абсолютно. Коридоры совершенно, опять же, непонятно, зачем их тогда делать. Существует несколько версий происхождения и назначения пирамид. Я хочу перечислить их. Первая версия – это официальная. Пирамиды являются культовыми сооружениями. Цивилизация египтян того времени обладала знаниями и техническими возможностями, которые затем были утрачены, такими, что они смогли возвести эти пирамиды. За такую точку зрения отчасти говорит конструкция мастоп – это погребальных сооружений древних египтян, которые были довольно изощренными. Не сказать, что они представляют собой очевидные сооружения. Кроме того, в этой теории предложены способы строительства, всевозможные там пандусы. Что против? Против то, что, например, эти мастабы имеют совершенно другую конструкцию. Она ничем не напоминает конструкцию пирамид. В мастабах помещение, где находятся сами усыпальницы, отделаны тщательно, а ходы абы как. В пирамидах ходы отделаны очень точно. Ножик не просунуть, бумажку не просунуть между щелями. Параметры этих ходов не приспособлены ни для чего. Там ни пройти, ни проехать, ни протащить. Очень неудобно. Кроме того, существует коридор испытаний. Это такое место рядом с Великой пирамидой Хеопса, в которой сначала выполнены те несколько ходов, которые потом сделаны в толще пирамиды в самой. Снаружи, в толще скалы, проделан наклонный ход под тем же углом и с теми же параметрами. Он сопряжен с восходящим ходом, с теми же параметрами и тем же углом. Есть выход к камере царицы, есть выход к камере царя. Все углы соблюдены. Зачем сооружать такую конструкцию, если я сооружаю культовое сооружение? У этого должна быть цель, даже если это сооружение культовое. Между долиной Нила и пустыней стоят три рукотворные каменные горы. Египтяне называли их горизонт. Греки нарекли пирамидами. Пира по-гречески огонь, а мидос – середина. Что же за огонь или энергия может быть внутри пирамид? Египтологи не смогли ответить на этот вопрос. Наука признает, что осталось еще много нерешенных загадок, связанных с пирамидами. Может быть, физики смогут разгадать их? На мой взгляд, одной из причин загадочности пирамид может являться то, что наша цивилизация еще не достигла того уровня развития, который требуется для осознания работоспособности пирамидальных форм и все, что с ними связано. Знаменитый советский физик, сподвижник Сергея Королева, академик Борис Раушенбах, мечтал об исследовании пирамид Египта. Но ученый понимал, что в те времена это было нереально. Его мечту смогло воплотить следующее поколение российских физиков. Я по образованию физик, занимаюсь физикой и физикой учу студентов. И Древний Египет – это, в общем, даже не увлечение, а такое как бы случайное событие в жизни, которое, тем не менее, нашло в ней место. Ну, и я ничего про Египет не знал, кроме того, что учил в школе. Про то, что были фараоны, про то, что строили пирамиды, собственно, и все. Но смысл был в том, чтобы посмотреть на эти пирамиды совершенно непредвзято и попытаться понять, насколько возможно было для фараонов их построить.
Физики, в отличие от историков, решили не исходить из каких-либо предпосылок, а просто проводить измерения и анализировать результаты, постепенно продвигаясь к пониманию того, что же такое пирамиды. Значит, с нами ездили геофизики. Вот если посмотреть, что из себя там представляет кора Земли, да, то она не является абсолютно твердой. Она постоянно как-то чуть-чуть смещается там, при землетрясениях, при воздействии приливных сил и так далее. Она вот поскрипывает, вот идет треск небольшой, постоянный. Это вот называется сейсмошумами. Пирамиды в Гизе молчат. На них, в отличие от сооружений, построенных более поздними династиями фараонов, нет никаких надписей о том, кто, когда и зачем их возводил. Исследователи с риском для жизни взбирались на вершины пирамид, устанавливали аппаратуру и замеряли излучение в различных диапазонах. И вскоре появились неожиданные результаты. И когда начали измерять эти сейсмошумы применения к пирамидам, выяснился совершенно неожиданный эффект. То есть нам геофизики заявили о том, что если мы измеряем, например, амплитуду сейсмошумов у подножия пирамиды, мы получаем одно значение. На вершине даже небольшой пирамиды, например, спутницы ломаной пирамиды Дашуре, амплитуда возрастает в 20 раз. То есть это списать на какие-то отклонения случайные просто невозможно. Если такой эффект есть, значит, он уже влечет за собой целую массу последствий. По меньшей мере можно предположить, что пирамида каким-то образом концентрирует, как линза концентрирует свет, вот она концентрирует, скажем, сейсмоколебания. Посмотрим внимательно на то, что представляет собой пирамида. Это рупор, внутри которого имеются некоторые дополнительные детали, конструкции, обстоятельства, связанные с ходами и камерами, которые там есть. Но пирамида не имеет округлых форм, пирамиды граненые. И на таком фоне выдвигать версию, что они связаны с физическими явлениями, казалось бы, преждевременно. Но оказывается, что среди современных теорий пространства времени есть и такие, в частности, одной из таких теорий занимается коллектив нашего Института гиперкомплексных систем, которые приводят к иному закону отражения и преломления. Речь уже идет не об электромагнитном поле, а о поле принципиально иной природы, для которого уравнение Максвелла не действует. Для этого нового поля, мы его называем гиперболическим, действуют совершенно иные физические законы, причем для него роль зеркал и линз играли бы совсем другие формы, не круглые, вот это у нас обычная физика, и линза – это сегмент этой сферы, и параболическая отражающая поверхность этого фонарика – это все идет из той геометрии, которая связана с современными представлениями о пространстве времени, которые предложил Минковский и Эйнштейн. А здесь мы имеем другое дело, мы имеем влияние вот самой пирамидальной формы на, ну что такое, в 20 раз возросла амплитуда, это не лезет ни в какие ворота вот с точки зрения обычных известных физических взаимодействий. А дальше возникает целый каскад идей, что если мы имеем, что такое сейсмоколебание, это механические напряжения. Механические напряжения, соответственно, в пирамидах очень часто используется такой материал, как гранит. Гранит, как известно, состоит из диоксида кремния, то есть кварца, который обладает свойством реагировать на механические напряжения. При определенных условиях он может переводить эти механические напряжения в электрический потенциал. Дело в том, что в соотношении геометрических элементов пирамид имеются всякие любопытные и хорошо известные из науки соотношения, такие как, например, золотое сечение. Многим известное соотношение длин двух отрезков, которые имеют определенные пропорции. Во-вторых, число π.
тоже знакомая со школы. Зачем там находятся эти соотношения? Почему форма пирамид такая правильная? Почему там тангенс нисходящих ходов, видите ли, равен половине? Это наводит на соображения, но не очень понятно на какие. Вторая часть деталей касается астрономических привязок. Дело в том, что ориентация пирамид по линии север-юг выполнена с такой точностью, которая современным строителям и не снилась. Строительство пирамид велось с чудовищной точностью, что касалось астрономических привязок. Пирамида, которая является сооружением со стороной основания порядка 200 метров, ориентирована по линии север-юг с точностью до 3 минут дуги. Чтобы было понятно, что такое 3 минуты дуги, я упомяну, что часовой циферблат, разделенный на 60 частей, на минуты соответствующие, дает следующие угловые размеры. Одна минута на циферблате – это 6 градусов. Каждый градус содержит 60 минут. Так вот, точность ориентации египетских пирамид составляет 3 минуты дуги. Трудно представить все задачи, которые нужно решать, чтобы с такой точностью возводить эти сооружения. Приходится признать, что мы пока слишком далеки от понимания замысла древних зодчих. Какую цель они преследовали, практическую или символическую, неизвестно. Но совершенно очевидно, что эта цель была. И ради ее осуществления работали первоклассные строители, геодезисты и даже астрономы. И современные строители, когда ориентируют здания по странам света, могут достичь градусов, но уж никак не минут. Зачем это нужно, совершенно непонятно. Ну, есть люди, энтузиасты, которые находят направление на специальные звезды, вот Орион иногда фигурирует в этой связи. Тут я ничего не могу сказать, это может быть и случайностью. Но ориентация север-юг совершенно не случайна, она выдерживается во всех великих пирамидах и поражает своей точностью. К чему такая немыслимая скрупулезность? С какой стати фараону заботиться о том, чтобы его грандиозная гробница была ориентирована на север с точностью до 3 минут? Большинство из нас невооруженным глазом не смогло бы разглядеть даже отклонение на целых 3 градуса, то есть в 60 раз больше. Зачем-то строителям было очень важно привязать пирамиду к направлению север-юг, то есть к оси вращения планеты. Но зачем? Мало кто задумался, что эта форма может быть связана с чем-то иным, кроме как просто задумка художника или воплощением каких-то, скажем так, как обычно говорят, культово-религиозных представлений древних египтян. В 50-е годы 20 века в Великой пирамиде побывал французский специалист по консервации продуктов Антуан Бови. Он заметил в мусорных баках мелких животных, которые случайно забрели в пирамиду и погибли. Их трупы выглядели довольно странно. Не ощущалось никакого запаха и не было заметно признаков разложения. Удивленный этим, Бови обследовал трупы и обнаружил, что они высохли и мумифицировались. Это стало началом многочисленных исследований того, что называют «эффектом пирамид». Смысл его заключается в том, что, согласно гипотезе по эффекту пирамид, сама форма пирамиды обладает некими свойствами, которые позволяют вот этому сооружению влиять на самые разные физические, биохимические процессы, в том числе там, например, есть версии, что даже изменяется ход времени и так далее и тому подобное. Но вот после того, как Бови обратил на это внимание и провел еще целую серию экспериментов, построив небольшую модель, в которую он укладывал там кусочки мяса и совершенно разные другие предметы, в общем, многие пытались заняться исследованием эффекта пирамид, но многие, в основном, это речь идет, конечно, об энтузиастах. В результате появилось множество публикаций, в которых описывались феномены, связанные с воздействием пирамид на живые и неживые объекты. Чешский радиоинженер Карл Дрбал даже запатентовал метод заточки бритв и ножей путем помещения их в самодельные пирамиды. Другие энтузиасты пытались при помощи моделей пирамид проводить оздоровительные процедуры,
и даже предлагали жить в них. В 70-е годы прошлого века вера в чудесные свойства пирамид получила такое широкое распространение, что полуторамиллионный тираж книги немецкого писателя Патрика Фланагана о биокосмической энергии пирамид был распродан всего за неделю. И за этим валом публикаций, вот таких сомнительного характера, на самом деле может скрываться действительно какие-то эффекты, которые надо серьезно изучать. Ну, например, там подавляется жизнедеятельность бактерий. Например, там мясо не гниет, а мумифицируется. Сохраняется там долгое время, почти как в холодильнике, потом мумифицируется. Где-то говорилось, что семена лучше прорастают, урожайность семян, выдержанных в пирамидах, больше. Пришлось, собственно, включаться в процесс перепроверки всех этих сведений с нуля фактически. Почему с нуля? Потому что, честно говоря, вот мне не удалось найти ни одной детально проработанной с научной точки зрения какой-то публикации, которую можно было воспринимать именно на уровне научной работы. Вот в связи с пирамидами имеются несколько неожиданных обстоятельств. Способы строительства, которые упоминает официальная точка зрения, не прошли проверки. Дело в том, что все время находятся энтузиасты, которые предлагают желающим собраться и сложить пирамиду, чтобы доказать, что это было возможно. И вот я читал статью японцев, которые именно это и сделали. Пользуясь современными средствами, они нарезали блоков и пригласили со всего мира желающих приехать и принять участие в возведении пирамиды. Нашлось много желающих, я бы сам поучаствовал. Но дело в том, что сооружение застопорилось на 10-м ряду. Люди стали мешать друг другу. И это при современной технической организации и организации строительных работ. Что же говорить про ту цивилизацию, которую связывают с пирамидами Египта, про цивилизацию фараонов, 2400 год до нашей эры примерно. Таким образом, официальная точка зрения, она имеет за, имеет против. Дело в том, что египтяне сооружали пирамиды и до официального срока возведения великих пирамид, и после. И в обоих случаях они делали это значительно хуже. Например, точность ориентации по линии север-юг составляла 15 градусов, а вовсе не 3 минуты. Я уж не говорю про точность отделки блоков и всего остального. Мне не удается придумать задачу на нашей планете, хозяйственную задачу, научную задачу, которая потребует этой точности ориентации гигантского сооружения по линии север-юг или по какой угодно другой линии, характерно. Это не может не быть связано с астрономией, потому что иначе я теряюсь. Третье – это гигантский масштаб сооружения по любым меркам, что по египетским, что по нынешним. Внутрь пирамиды можно поставить собор Святого Павла, как известно. А если заглянуть чуть-чуть подальше в физику будущего, то, может быть, станут важными вот примерно такие фигуры. На самом деле это трехмерное упрощение. Сама фигура, она имеет четыре измерения, но в трехмерном своем срезе имеет вид такого многогранника, это ромбо-додекаэдра. И вот отдельный элемент этого ромбо-додекаэдра отрезать три четверти – это пирамида. И очень может быть, что роль линз и зеркал вот в такой геометрии пространства-времени для явлений, которые выходят за рамки электромагнитных, а связаны с более хитрым физическим взаимодействием, будут востребованы именно такие граненые формы. Причем важна будет не столько форма трехмерного тела, сколько четырехмерный объем, четырехмерная область в пространстве времени. Неужели и про пирамиды можно сказать, что они работают? Если они были сделаны не для того, чтобы хоронить в них царей, то понять их настоящее назначение будет непросто. Возможно, они представляют собой какие-то неизвестные нам технические устройства. Но какие? Собственно, то, чем я занимаюсь, и то, что мне представляет, то, что для меня лично интерес представляет, это, конечно, назначение пирамид. Очень трудно думать о том, кто их построил. Но гипотезу о назначении я могу проверять, пользуясь просто здравым смыслом. Так вот, предположение о культовом назначении пирамид не требует ни одного из перечисленных обстоятельств. И этим оно плохо. Предположение о техническом или техногенном назначении пирамиды
Тут, конечно, есть где пофантазировать. И предположения на этот счет известно в большом количестве, выдвигались неоднократно, каждый раз восклицали, что вот, наконец-то, мы открыли тайну пирамид. Но, конечно, никакой тайны до сих пор не открыто. И главное, после того, как гипотеза будет сформулирована, нужно указать способ ее проверки. Вот в этом случае можно говорить о том, что мы потихонечку разбираемся с тайной, с загадкой великих пирамид. Задача стояла вообще, в принципе, понять, есть какой-то эффект или нет его на самом деле, или это просто, там, скажем так, жареха, преподносимая средствами массовой информации, там, желтой прессы. Вот. И, значит, в одну из поездок мы специально набрали эту, точнее, биологи нам уже набрали специальных семян там гороха, которые выверены, которые знают, как они что произрастают и так далее. И по мере возможности мы все эти пакетики оставляли в пирамидах, буквально там максимум на пару дней. Вот. И когда привезли в Москву и проверили, значит, выяснилось, что вот эти семена гороха, которые там были, они явно отличаются от тех семян, которые остались здесь в Москве. То есть семена, которые выдерживались в пирамиде, предварительно в египетских пирамидах, они заметно, их прорастание заметно задерживалось. То есть они, вот, по сравнению с контрольной группой, оставшейся здесь в Москве, когда их начинали проращивать после этого, прорастание семян в пирамидах шло с отставанием с каким-то. Более того, мы чисто случайно в эту поездку забыли один пакетик и нашли в Красной пирамиде, и в результате удалось его забрать уже через год. То есть так чисто случайно получился эксперимент протяженностью целый год. Так вот, из этих семян 20% вообще не зашло. То есть из тех, которые вот год пролежали, они, во-первых, отличались тем, что они усохли. И это тоже уже било по глазам. Усохли гораздо сильнее, чем те, которые находились здесь, в Москве. Били по глазам почему? Потому что в пирамидах очень влажно. Там ходит масса туристов. И, во-первых, каждый выдыхает из него там. Вместе с выдыханием выходит какая-то там попары, да, плюс там потеешь мгновенно, и все это тоже с тебя как-то испаряется. И вдобавок у нас есть подозрение, скажем так, то, что пирамида как бы вот и из земли еще вытаскивает воду на себя. Да, и вместо обещанных нам, собственно, публикаций на то, что семена будут лучше расти, на самом деле мы получили прямо противоположный эффект. Ну и вот по ходу всех этих исследований, потому что накапливались идеи вообще проведения исследований не только там по семенам, по сейсным исследованиям, вообще по разным направлениям. Вот в какую-то из поездок там на конференциях, которую Дмитрий Павлов проводит по математике и физике, значит, возникла идея вообще построить некую модель, поскольку в Египте все-таки сложно это проводить. Благодаря усилиям Дмитрия Павлова эта идея была реализована во Фрязино под Москвой. Чтобы исследовать эффекты пирамид, ученые построили там модель пирамиды Хеопса в масштабе 1 к 20. В первую очередь решили повторить опыт с семенами. Ну, свою деятельность мы ведем в рамках негосударственного научно-исследовательского института, который назвали гиперкомплексные системы в геометрии и физике, и такой материальной основой нашей работы является площадка Подмосковья на территории бывшего пионерского лагеря «Лесное озеро». Рядом же расположились наши экспериментальные, самые простенькие установки. Как для изучения эффекта, связанных с пирамидальными формами, мы построили небольшую пирамиду, пирамиду из известняка массой около 100 тонн вместе с основанием. То есть это микроскопическая копия пирамиды Хеопса. Здесь мы провели немножко другой эксперимент. Если в египетских пирамидах семена выдерживались до прорастания, то здесь был поставлен эксперимент, в которых семена проращивались непосредственно в пирамиде. То есть это не хранение, а именно уже процесс прорастания. И рядом была сделана яма для контрольных измерений, которая позволяла на ту же глубину поместить семена. То есть в те же условия проверялось соответствие по температурным условиям. Выяснилось
совершенно неожиданный эффект в обратную сторону. То есть семена, которые прорастали в самой пирамиде, они прорастали быстрее, чем семена в яме. Примерно с таким же сдвигом на несколько часов. На самом деле это все будет сочетаться, если мы предположим, что, как заявляют некоторые исследователи, внутри пирамиды время изменяет свой ход. Например, идет чуть быстрее. Соответственно, чуть быстрее должны протекать и процессы. В тех случаях, когда мы проводили в египетских пирамидах исследования, у нас семена просто хранились, поэтому они и высыхали быстрее, нежели семена, которые находились в обычных условиях. А здесь прорастание происходит быстрее. То есть эффекты становятся не прямо противоположными, а именно одним эффектом. Выходит, не зря говорили древние. Все боится времени, но само время боится пирамид. Раньше эту поговорку понимали так, что пирамиды стояли незыблемо тысячи лет, и на них не влиял ход времени. Но оказывается, у этого афоризма может быть и другой, намного более глубокий смысл. Мы же здесь имеем дело со воздействием на растения. Это не утверждение каких-то чувствительных к экстрасенсорному воздействию людей, о том, что вот мне там что-то показалось. Растениям ничего не кажется, они воспринимают то, что на них влияет. Ну хорошо, можем списать на то, что время идет быстрее. А за счет каких физических процессов оно идет? Каким бы смелым ни казалось это предположение, но сама возможность изменения хода времени была предсказана еще Эйнштейном в его общей теории относительности. Этот ход зависит не только от скорости, но и от гравитации, что уже было подтверждено экспериментально. В 2010 году физики с помощью сверхточных атомных часов выяснили, что разница времени между верхней и нижней частью 102-этажного нью-йоркского небоскреба Empire State Билдинг за 80 лет составит 102 миллионных доли секунды. Некоторые ученые считают, что от понятия абсолютного времени можно уже отказаться. Почему форма у нас может влиять на ход времени? Это вообще, извините, наша современная физическая теория не предусматривает никоим образом. Хочется же не заниматься самообманом. Хочется понять, что есть на самом деле. Для этого нужно эксперименты ставить очень корректно, перепроверять. Скажем, еще одно направление интересное у нас там выявилось. Это Сергей Сипаров, физик из Санкт-Петербурга, в свое время обратил внимание на то, что на самом деле схема внутренних коридоров и камер, то есть само расположение коридоров и камер внутри пирамиды и само тело пирамиды, если взять вот эту схему, посмотреть на нее взглядом не историка, а именно технаря-инженера, да, она в очень многих деталях совпадает с тем, что у нас, собственно, имеет некоторые антенны. Ходы, которые в пирамидах так тщательно отделаны, с непонятной тщательностью, с непонятной прямизной, могут оказаться волноводами. Эти волноводы принимают на свою поверхность акустический сигнал. Если в них есть гранитные элементы, то можно получить электромагнитный сигнал, который пройдет по этому волноводу и будет излучен в пространство или принят из пространства и преобразован с помощью камер, которые могут быть какими-то резонаторами. Могут ли эти камеры работать как резонаторы? Не знаю. Но аналоги в нашей технике работают довольно успешно. Как настраивается СВЧ-устройство в применении к обычной конструкции, которую мы используем? Там имеются всевозможные штырьки, выступы. Достаточно посмотреть на картинку, чтобы обнаружить очень похожие штырьки и выступы и пазы в конструкции Великой пирамиды, например, пирамиды Хеопса. Существует так называемая предкамера рядом с камерой царя, где можно обнаружить все эти пазы. Считается, что по ним двигались плиты, которые перекрывали вход в эту камеру. Вполне возможно. Одновременно, если отнестись к этому как к радиотехническому устройству, они позволят именно обеспечить настройку, согласовать волновод и резонатор. И таких устройств, таких ходов мы можем встретить в большом числе мест, в общем, практически на всех пирамидах. На самом деле, по коридорам пирамиды перемещаться не в современном состоянии, когда там положены ступеньки деревянные, а настилы деревянные со ступенечками сделаны,
а просто в самом чистом коридоре изначально, ну, очень и очень тяжело. То есть, вот, например, мы проходили такой участок небольшой на мастабе Тахшепсеса. Это мастаба в Абусире. Там совершенно коротенький участок, ну, метров 10, наверное, этого наклонного коридора, который идет под тем же знаменитым углом наклона. Там. Сколько? 26 с чем-то градусов, да? Вот спускаться по нему, да, удобно. Ты просто соскальзываешь по этой ровной поверхности. А вот забираться вверх, это только уже в раскоряку. То есть руки, ноги в стороны, и упираясь в стенки, вот как-то еще удается подняться вверх. То есть это явно не для человека приспособленное, не для перемещения человека приспособленный коридор. Ну, представить себе, например, в Красной пирамиде, там, в глубину уходящий, это нисходящий коридор, ну, это жуть под ним подниматься будет. Просто сколько раз еще при этом соскользнешь обратно. То есть не приспособленные для обычной ходьбы. Тогда вопрос, почему их делали такими неудобными, маленькими, почему на них не сделали ступеньки, почему везде приходится нагибаться. Если пирамиды действительно были задуманы как технические устройства, и этим можно объяснить их воздействие на живые организмы, то какой был смысл помещать в них мумии умерших? Тем более, что в Древнем Египте было специальное место для погребения фараонов в 500 километрах от Каира, в Луксоре. На самом деле, если мы возьмем реальные находки мумий, которые соотносятся с фараонами, все они находились в помещениях с очень большими проходами в долине Царей. Нигде ни одного сооружения нет, где были бы найдены мумии вот с такими узкими проходами, характерными для больших пирамид Египта. Везде нормальные проходы в человеческий рост. Как минимум, а то и больше, как в долине Царей. Как считают египтологи, гробницы в долине Царей начали использовать лишь с 16 века до нашей эры, то есть почти через 1000 лет после постройки пирамид в Гизе. При этом разница между внутренним оформлением пирамид и царских гробниц в Луксоре видна с первого взгляда. Стены гробниц и саркофагов в долине Царей сплошь покрыты изображениями и надписями, что вполне понятно. Ведь обычно на могиле принято писать, кто и когда в ней погребен. А вот в Гизе даже на саркофаге в Великой пирамиде нет ни одной надписи. Словно саркофаг этот был ничей и не имел постоянного хозяина. Для кого же тогда все это построили? Да еще и с такой немыслимой точностью. Например, ходы в пирамиде выдерживаются по направлению с огромной точностью. В частности, 5 мм на 80 метров продолжительности протяженности хода, 5 мм отклонения от оси. Невозможно представить себе, как это сделать. Ход наклонный. Никакая веревочка не поможет. Можно говорить про луч лазера, но я не склонен драматизировать ситуацию и думать, что у египтян были лазеры. У тех египтян, про которых мы знаем. Наклонные стены площадью больше баскетбольного поля отделаны, достигнута горизонтальная поверхность, отделана с чудовищной точностью. Как это сделано? Это технические проблемы, на которые современные строители не дали ответа, когда их об этом спросили. Вот Сергей Сипаров начал проводить именно такие прямые параллели с какой-то антенной. Вот он там не только выдвинул версию, но обнаружил еще, что, например, угол наклонных граней Великой пирамиды таков, что получается соотношение, вот если мы рассмотрим это с точки зрения законов оптики, да, что вот угол наклона градусов обеспечивает два, скажем, явления, широко известных в оптике. Это полное отражение сигналов и поляризация света. Во-первых, хочу сделать одно замечание о геометрических обстоятельствах, связанных с пирамидами. Каждая из них имеется наклонный ход, имеющий фиксированный угол наклона и фиксированное сечение. Любопытно, что если я рассмотрю сигнал, распространяющийся из толщи Земли вертикально вверх, то после двух отражений от стенок пирамид
этот сигнал окажется перпендикулярным к этому ходу. Так подобраны углы. Если предположить, что ход представляет собой волновод, ведущий к антенне, то тогда вертикальный сигнал, идущий снизу, будет воздействовать одновременно на весь ход. Это важное обстоятельство, которое позволяет согласовать фазы входа и выхода на таком волноводе. Но обращайте на себя внимание, то, что они имеют стандартный размер. В разных пирамидах, в больших пирамидах, сама форма пирамиды меняется. Меняется расположение камер, горизонтальных проходов. Но размеры этих коридоров, они практически везде одинаковые. И это сразу вызывает ассоциацию с неким волноводом. Мы можем построить антенну, приехать на Гизу и попытаться обнаружить поляризованную компоненту в отраженном сигнале. Вот это я и сделал в 2012 году. Антенну сконструировал мой студент, которого зовут Игорь Смоляр. И с этой антенной, даже с двумя, я приехал в Каир и принял участие в семинаре, и заодно выполнил измерения. В результате оказалось, что у пирамид действительно существует компонента в отраженном излучении, плоскополяризованная в горизонтальной плоскости. Факт состоит в том, что эта методика работает, и о поляризованном излучении в отраженном сигнале мы можем судить просто на месте, несложными измерениями. Эта идея о полном внутреннем отражении и полной поляризации, она не была ранее озвучена, она не приходила в голову раньше людям, и теперь это новое поле для возможных измерений. Ну а в чем предназначение здесь? Вот этот эффект пирамид, пусть мы пока еще не знаем, в каких областях он проявляется, да, но сам факт наличия некоторых феноменов, которые указывают на воздействие формы пирамиды на физические, химические, биологические иные процессы, не просто позволяет допускать, а заставляет выдвигать гипотезы о техническом предназначении пирамиды. Известно, что у Земли, как небесного тела, окруженного атмосферой и ионосферой, имеются характерные частоты электромагнитного излучения, которые называются резонанс Шумана. Это такие стоячие волны, которые отражаются от ионосферы. Ионосфера – подвижное тело, оно перемещается относительно Земли немножко. И поэтому фиксированной частоты резонанс Шумана не имеет. Но он имеет порядок. Это примерно 7-10 Гц. Интересно, что это как раз тот диапазон, на котором пирамида демонстрировала усиление сигнала, который мы регистрировали с помощью сейсмоприемников в 2004 году. Что же получается? Пирамида настроена в резонанс с резонансом Шумана, который тоже имеет геологическое, геофизическое происхождение. Вопрос только вот в чем. Мы мерили сейсмосигнал, резонанс Шумана, электромагнитный сигнал. И возникает такой вопрос, а каковы методы геофизических измерений? Дело в том, что в сейсмоприемнике, который использовался нами в 2004 году, имелась катушка. И под действием акустического сигнала или сейсмического сигнала эта катушка двигалась относительно магнитного поля. И это приводило к возникновению сигнала, который записывался. Тогда эта катушка могла просто принять электромагнитный сигнал, который связан с ионосферой, резонанс Шумана. То есть фактически мы принимали не сейсмический сигнал, а вот этот самый. Но у подножья его нет, а на вершине он есть. Таким образом, пирамида имеет к нему отношение. Неужели строители знали об этом и целенаправленно добивались того, что мы называем эффектом пирамид? Возможно, что поразительная точность прокладки ходов и ориентации по линии север-юг свидетельствует именно о попытке решить эту задачу. Получается, соображения были не абстрактными, а вполне практическими. За резонансом Шумана следят, в частности, в России, в Томском университете есть соответствующая станция, которая отслеживает его частоту, и можно зайти на их сайт и посмотреть, чему он соответствует. Я это сделал и убедился в том, что действительно
величина получаемого сигнала как раз соответствует по порядку величины той, которую мы измеряли в связи с сейсмическими, якобы сейсмическими измерениями. Но вот что касается мистических свойств пирамид. Дело в том, что эта частота имеет тот же порядок, что и частота альфа-ритма человеческого мозга. И частота гуляет. То есть точного совпадения нет, но близкое совпадение есть. Перекрытие сигналов есть. Давно известно, что резонанс Шумана имеет сходный диапазон частот с альфа-ритмом человеческого мозга. Психологи считают, что с альфа-ритмом связаны особые состояния, возникающие, к примеру, во время медитации, при которых происходит так называемое расширение сознания и ощущение единства со всем мирозданием. Исследования влияния альфа-ритма на психику ведутся во многих научных институтах и университетах всего мира. Но о том, что пирамиды Египта усиливают в 20 раз именно эти частоты, никто прежде и не подозревал. Спрашивается, зачем создавать такой эффект в гробницах? Ведь у мертвых альфа-ритм отсутствует. Но тогда можно предположить, что в пирамиды помещали живых людей. Надо сказать, что нейрофизиологи изучают эту возможность воздействия на альфа-ритм человеческого мозга. Но очень аккуратно, потому что это может нанести вред человеческому организму. То, что эффект есть, известно из медицинских источников. Теперь мы получаем, что если человек подвергает свой мозг, обладающий альфа-ритмом, воздействию резонанса Шумана, который усиливается пирамидой, то в его психологическом состоянии, связанном с работой мозга, могут запросто произойти изменения, как раз те, которых опасаются врачи, которые не интенсивно исследуют эти возможности. Таким образом, и эта мистика уходит в связи с вновь открывшимися соображениями. Существуют древние легенды о том, что пирамиды помогали людям обрести божественные свойства. Можно предположить, что эти монументы действительно предназначались для того, чтобы каким-то образом изменять человеческое сознание. Косвенное подтверждение тому можно найти далеко от Египта, в Мексике. Самые знаменитые мексиканские пирамиды находятся в городе Теотиуакан. Его название переводится как «место, где рождались боги», и может восприниматься как информация о некой утраченной ныне технологии воздействия на психику человека. А то, к чему ведет логика гиперборических полей, это получение информации о четырехмерном мире. То есть мы добавляем к своему знанию четвертое измерение. И количество этих трехмерных слоев там неимоверно. То есть мы сможем получить знание о том, что было в нашем мире миллиарды лет назад, а может быть даже и за пределами Большого Взрыва. Увидеть и при помощи приборов мы этого не можем, потому что мы видим при помощи электромагнитного поля. А гиперболическое поле может позволить посмотреть в кавычках, потому что мы видим таким вот четырехмерным зрением, реально факт возникновение Солнечной системы, возникновение Земли. Сейчас мы уверены, что Земля произошла из конденсации облака протопланетного, из пыли. А может оказаться, что эта гипотеза совсем даже и неверна. При помощи гиперболических полей и гиперболических обобщений, гиперболических расширений телескопов мы можем получить гораздо больше знаний о окружающем нас мире. Выходит, российские физики все-таки смогли приподнять завесу над тайнами, о которых молчат пирамиды. Ученые выяснили, что эти огромные сооружения до сих пор действуют как своеобразные геофизические приборы. Не отсюда ли происходит их греческое название, означающее «огонь» или «энергию»? Нам еще предстоит выяснить, как эта энергия воздействует на человеческую психику, порождая так называемые измененные состояния сознания, которые современная наука только начинает исследовать. В
1873 году французский археолог-любитель Огюст Ле Плонжон отправился на полуостров Юкатан с целью пролить свет на загадку происхождения цивилизации майя. И вдруг он натыкается на необычный текст. Документ достаточно прозрачно намекает на то, что майя – народ не местный. Они предки пришедших сюда издалека беженцев. И бегство этих людей было вынужденным, так как истинная родина погибла в результате страшного глобального катаклизма. В то же время в предгорье потухшего в доисторические времена вулкана Шаста в Калифорнии были замечены некие странные человекоподобные существа. Время от времени эти существа возникали из ниоткуда в поселениях горняков, требовали продовольствия, предлагая взамен огромные золотые слитки. При этом жестами объясняли, что они потомки уцелевших представителей некой древней цивилизации, чей континент погиб под водой. Когда к вулкану отправилась экспедиция ученых, существа исчезли. Навсегда. И, наконец, уже в первой половине 20-го столетия научному сообществу были представлены расшифрованные таблички из древнего монастыря. Те самые, которые бенгальские ламы показали британскому офицеру и исследователю Джеймсу Чорчварду. Все это явно наводило на мысль, что в истории мироздания нашей планеты не все так гладко, как пытается в этом убедить академическая наука. И что должна была существовать некая цивилизация, которую можно считать самой первой на Земле. И откуда пошел род человеческий. Но возможно ли такое? Я еще помню, когда в школе нам учитель истории объяснял, да и в учебниках говорил, что человек появился 100 тысяч лет назад. И мы в это верили. Уже когда я заканчивал школу, уже говорили, да нет, человек появился где-то 500 тысяч лет. Потом уже в 70-х годах, когда мы познакомились с раскопками во всех странах, континентах, на всех континентах, стали понимать, что человек гораздо древнее. И уже находки, скажем, в Восточной Африке, Восточно-Африканский рифт, где были найдены останки прочеловека, которому больше 2 миллиона лет. В 1877 году в американском штате Невада во время разработки золотого прииска рабочие обнаружили странные кости, структуры, напоминающие человеческие. Самым удивительным оказалось то, что длина берцовой кости составляла без малого метр. При расчетах выяснилось, что при таких размерах останков человек должен был бы обладать 3-метровым ростом. В 1973 году водитель бульдозера сгребал верхние слои грунта в одном из карьеров на Аляске. Неожиданно нож его машины снес небольшой холм, оказавшийся древним могильником. Прибывшие на место археологи обнаружили там окаменелые останки человека. Но это были останки какого-то гиганта. В огромном черепе насчитали 2 ряда зубов. Сама же голова была неестественно сплющена. Скелет 3-метрового человека был также найден в окрестностях города Боржоми в Грузии. Его череп был больше человеческого в 2 раза. Странные находки шокировали исследователей. Объяснить их происхождение не смог никто. В поисках хоть каких-то зацепок исследователи стали изучать старые архивные документы. Например, записки и дневники археологов предыдущих поколений. Неожиданно один из палеонтологов натыкается в научном архиве Нью-Йорка на старую подписку газеты «Бруклин Таймс». В одном из номеров, датированных 1890 годом, исследователю бросается в глаза любопытная заметка. «Остатки угасшей расы великана. Континент, затонувший в Индийском океане. Только высочайшие пики этой земли поднимаются сейчас над волнами. Но они возбуждают интерес у путешественников и ученых». Это была статья никому неизвестного публициста Уильяма Чорчварда, отца того самого Джеймса Чорчварда,
который спустя 25 лет окажется в Бенгальском монастыре и прочтет глиняные таблички с упоминаниями о древней таинственной цивилизации. Заметка была опубликована сразу после знакомства с работами Ле Планжана. Однако статью посчитали газетной уткой и вскоре забыли. А между тем удивительный континент существовал не только в воображении экзальтированного автора публикации. Сказки тамилов, одной из народностей Индии, повествуют о южном материке и великом исходе, возглавляемом богом Шивой. Материк этот был поглощен морской пучиной, и именовался он Хитидой. На самом деле об этой цивилизации, которая так называется, и немножко созвучна хеттам, это тоже, наверное, не случайно, о ней известно очень мало, потому что обычно упоминают хитид или хитиду, упоминают в одной как бы цепочке, в одной линейке цивилизаций наравне с Лемурией, Пацифидой, Атлантидой, ну и Арктидой, которая как бы немножко в стороне от этого. Буквально крохи известны о том, что локализация, то есть расположение Хитиды, как бы не представляет сомнений, это, в общем, Индостан. Что же это за Хитида такая? Исследователи пребывали в недоумении. Позже выяснилось, что под этим названием кроется Лемурия или континент Му. Согласно историческим документам, в 1860 году британский геолог Уильям Бландфорд занимался изучением ископаемых растений в древних породах Африки и Индии. И вдруг он обнаружил между находками удивительное сходство. Но такое было невозможно, так как исследуемые участки суши разделялись многими километрами водного пространства. После размышлений ученый пришел к выводу, что на месте Индийского океана существовал древний континент. Прошло всего несколько лет, и у предполагаемого материка появилось название. Это название дал другой британский геолог Филипп Слейтер. Он предложил наречь таинственный континент Лемурии по имени редких приматов – лемуров. Слейтер обратил внимание, что лемуры обитают как на острове Мадагаскар, так и в Индии, а между ними – огромный океан. При этом на Мадагаскаре, несмотря на близость Африки, флора и фауна совершенно не похожи на континентальные. Вот такой парадокс был отмечен Слейтером. В 1868 году немецкий биолог Эрнст Геккель доказал, что лемуры могли зародиться лишь на материке. А позже ученый пришел к сенсационному выводу. Из пяти ныне существующих континентов ни Австралия, ни Америка, ни Европа, ни Африка не могли быть прародиной, так называемым раем или колыбелью человеческой расы. Это была Юго-Восточная Азия. То есть первые люди появились на некоем континенте, ныне находящемся под водами Индийского океана. Тем временем у пропавшего континента появилось и второе имя. В 1895 году Ле Планжан, находясь на полуострове Юкатан, обнаружил надпись на стенах одного из храмов майя. Когда французский археолог расшифровал надпись, то смог прочитать следующее. «Этот храм построен в память далекой земли Му, место рождения наших священных мистерий». Известно только, что люди там жили совершенно другие, было это очень давно, и от 15-го где-то века до нашей эры вглубь, и намного дальше вглубь. И жили они в основном, как сейчас эзотерики выражаются, в эфирном каком-то теле таком, в физическом теле там практически никого не было. То есть до сих пор не найдено никаких артефактов, ни физических доказательств, ни археологических каких-то находок не было, которые подтвердили наличие вот этой Хитиды материально. Действительно, никаких физических доказательств существования таинственной Хитиды или Лемурии нет. Но так ли это на самом деле?
Если принять во внимание результаты исследований биологов об ареале лемуров, абсолютно одинаковых видах растений на Мадагаскаре и полуострове Индостан, плюс находки Лёпланжона на Юкатане, то этого уже достаточно для реальных предположений существования таинственного континента. Однако, какие подробности удалось узнать Джеймсу Чорчворду в Бенгальском монастыре? История умалчивает, сколько времени он потратил на расшифровку текстов с глиняных табличек. Но содержание исследователь не мог скрыть и даже не пытался. Древние манускрипты рисовали Лемурию как огромную холмистую страну, простиравшуюся от Гавайев на севере до самой южной части океана, линии, соединяющей острова Пасхи и Фиджи. Длина континента составляла 8 тысяч километров, а ширина почти 5 тысяч километров. Климат Лемурии благоприятствовал человеку. Это были тропические равнины с вечно зелеными пастбищами и возделанными полями при обилии пышной растительности. Вдоль побережья тянулись тенистые пальмовые рощи, а в долинах реки превращались в озера, на зеркальной глади которых распускались священные цветы лотоса. Во всех направлениях, словно нити паутины, расходились широкие ровные дороги, выложенные гладкими камнями, пригнанными друг к другу настолько плотно, что трава не могла пробиться между ними. Весь континент изобиловал яркими красками и жизнью, высшей формой которой были необычные человеческие существа. Их насчитывалось более 60 миллионов. Жители Лемурии слыли высоко цивилизованными и просвещенными. Они обладали даром ясновидения, телепатии, телепортации и могли совершать астральные путешествия. Однако, как это может происходить в реальности, способны объяснить только специалисты в области эзотерики. Мы знаем все прекрасно о том, что человек может входить в состояние медитации. При этом в состоянии медитации, либо просто настроившись на определенные, так скажем, возможности своего организма и сознания, выходить из тела и путешествовать там, где он хочет. То есть пребывать фактически своим сознанием в энергетическом пространстве, не иметь физическую оболочку. Но при этом тело продолжает находиться на земле, допустим, в какой-то позе, не как в позе лотоса, либо просто в ближайшем положении. Тело при этом замирает, можно сказать, да, то есть это практически равно состоянию комы, человек практически не дышит, ему не требуется пища, не требуется там вода или еще что-то такое, вот, а сознание при этом может пребывать в любом мире, в любом виде, исследованием заниматься любыми. По некоторым версиям, лемурийцы являлись представителями загадочной страны Шамбалы. Эту страну когда-то очень хорошо описал русский востоковед, путешественник и художник Николай Рерих. Он рассказывал, что обитатели Шамбалы могут исчезать или появляться как угодно и где угодно. Современные ученые давно занимаются опытами по переходу из физического мира в тонкий и утверждают, что это возможно. Кроме того, лемурийцы умели использовать энергию солнца и кристаллов, а также сверхзвуковые частоты. Но наука не играла большой роли в их жизни. Они стремились к единению с природой. И из природы черпали свои силы и возможности. В переданных монахами Чорчварду глиняных табличках есть упоминание о том, что лемурийцы были способны обогнать любое животное, потому что перемещались, используя полностью сенсорную возможность для бега. Они проецировали направление движения с помощью своих ощущений и выбирали путь наименьшего сопротивления. Лемурийцы не тратили ни одного усилия впустую. Кроме того, обитатели таинственного континента освоили левитацию. То есть они могли преодолевать гравитацию и поднимать собственные тела над землей, а затем мгновенно перемещаться в пространстве.
В древнеиндийских источниках есть много упоминаний о левитации и о способностях людей приподниматься над землей без каких-либо механизмов, зависать и даже передвигаться по воздуху. Ну, левитацию сейчас можно продемонстрировать, да, то есть люди обладают определенными знаниями левитации и умеют это делать. Нужно понимать, что весь наш физический мир на самом деле это энергия. Энергия просто в такой, в конечной форме, но тем не менее она движется. И с этой энергией можно взаимодействовать. Никто не мешает нам сделать так, чтобы наше тело потеряло вес, да, либо чтобы мы путем взаимосвязи с землей, земной поверхностью могли приобрести состояние, позволяющее нам превзойти гравитацию. В этом земном рае люди верили в бессмертие души. Считалось, что после смерти она возвращается в тот самый великий источник, откуда когда-то вышла. При этом обитатели Лемурии никогда не болели и жили более 100 лет. В расшифрованных Чорчвардом древнеиндийских манускриптах упоминается и о 7 главных городах таинственного континента. Безусловно, это были центры науки и религии, образования и торговли. Храмы в Лемурии создавались из резного камня и не имели крыш. Их можно считать храмами Солнца с обязательным условием, чтобы лучи небесного светила освещали молящихся. Огромные полупрозрачные дворцы создавали ощущение вечности и непоколебимости. А внушительные монументы-монолиты украшали городские пейзажи. Но был еще один город в самом центре континента. Назывался он Терра. Это был секретный объект, поскольку вся его инфраструктура находилась в глубоком подземелье. Мало кто знал об этом, но создавался город Терра неспроста. В один определенный момент он сыграет свою роль в судьбе обитателей Лемурии. И еще. Общались лемурийцы между собой бессловесно. И это тоже была одна из отличительных особенностей процивилизации нашей планеты. При этом безмолвный разговор мог происходить между собеседниками, даже если они были вне поля зрения относительно друг друга. Ну, дело в том, что на этом уровне общается и наша цивилизация, и особенно точно уже это известна цивилизация древности, потому что раньше не было технологий подобных современных, такие как мобильный телефон, интернет. Люди довольно-таки хорошо владели методикой передачи мысли на расстоянии. То есть и сейчас можно общаться с помощью мыслей на любом расстоянии, да, то есть при этом как бы расстояние роли не играет. Достаточно настроиться друг с другом, и можно свободно общаться. На континенте жило несколько рас. Людей с желтой, коричневой и даже черной кожей. При этом основными обитателями были бледнолицые с большими глазами и рыжими волосами. Лемурийцы путешествовали по всему миру на больших кораблях и создавали колонии цивилизации в Атлантиде, Америке и на Ближнем Востоке. Но однажды произошла чудовищная катастрофа. Огромный континент под воздействием землетрясений и изрыгающих раскаленную лаву вулканов рассыпался на множество осколков. Часть осколков ушла на дно, другая часть осталась над поверхностью океана, превратившись во множество больших и малых островов. Сам центр Лемурии остался, но медленно уходил под воду, практически на самое дно Индийского океана. Затем поднялось беспощадное 2-километровое цунами и смыло города, селения, людей, уничтожило растения и животных. Во всяком случае, именно так описывают глобальную катастрофу и гибель континента древние тексты на глиняных табличках, расшифрованные британцем Джеймсом Чорчвардом. Так ли это было на самом деле, судить сложно. Ну, сегодня трудно вообще говорить о том, от чего могли гибнуть цивилизации в доисторическое время. То есть, если сегодня мы можем вычислять просто тайфуны с точностью до дня, там, и какие-то катаклизмы природные, и предсказывать некоторые вещи, типа цунами, с точностью до нескольких дней, например, но не больше, вот, то применительно к тому времени это вообще невозможно никак использовать, потому что
тогда непонятно, какие вообще законы природы действовали. То есть, может быть, тогда была другая физика Земли, другая биология тех существ, которые жили. Согласно выводам Чорчварда, просуществовала Лемурия без малого 4500 лет. При этом еще очень долго над Индийским океаном возвышалась центральная часть континента и последний уцелевший город Таро. Когда началась катастрофа, городские власти раскрыли секретные входы в его туннели. Раздвинулись каменные ворота в скалах, откинулись крышки люков над потайными колодцами, которые вели к центру Земли. И главный лемурийский вождь под гипнозом увел десятки тысяч людей и животных в подземные города, спасая их от верной гибели. Там им предстояло переждать величайшую катастрофу и затем перебраться подземными путями на другие континенты. Там, в чреве Земли, им предстояло прожить не одно десятилетие. Да, там могла быть и высокая культура. Естественно, под землей люди освоили это пространство, развивались ремесла. Прежде всего, люди, жившие в пещерах, они как бы были ближе к рудам различным, добывали металл и, естественно, там же и обрабатывали этот металл. Вулканы продолжали извергать раскаленные камни и пламя, посыпая кругу пеплом. Но их рычание становилось все тише, а появлялось оно все реже. Земля быстро покрывалась свежей растительностью. Прошло время, и из подземных городов поднялись на остывающую от лавы поверхность планеты уцелевшие люди и животные, постепенно расселяясь по новым континентам. А небольшая часть лемурийцев успела перебраться на западные острова, которые спустя некоторое время соединились с другими частями суши, образуя новый континент – Атлантиду, впоследствии также канувшую в океанскую пучину. А от самой Лемурии остались лишь нынешний Мадагаскар, Цейлон и небольшие клочки земли в Индийском океане. Но это всего лишь предположение, так как факт существования таинственного континента с працивилизацией Земли до сих пор никем не признан.